Колеги, відразу хочу перепитати, чи є в нас іноземні представники іноземних ЗМІ, потрібен переклад чи ні? Are there any foreign reporters here who need a translation? No? Ні, дякую. Okay. Отже, ми розпочинаємо регламентовану передматчеву прес-конференцію. Вашій увазі головний тренер команди «Динамо» Київ Сергій Ребров і півзахисник команди «Динамо» Андрій Ярмоленко. За традицією розпочнемо з запитань до Андрія. Будь ласка, хто перший? Можна. Будь ласка. Якщо можна, вопрос Андрію, потім, якщо можна, Сергій Станіславович теж, якщо може, скажуть пару слов. Да, вопрос вот о чем. Дело в том, что поскольку матч завтра действительно формально без зрителей, однако оба клуба имеют некую квоту, по-моему, если я не ошибаюсь, около 150 человек, представителей клуба. И насколько известно, Макаби собирается заполнить эту квоту человек на 100 своими болельщиками. Так вот, хотелось бы услышать мнение Андрея и мнение Сергея Станиславовича, вот что они думают по этому поводу, если окажется на трибуне вот ни одного динамовского и порядка 100 болельщиков Макаби. И насколько это будет справедливо, насколько это будет с точки зрения фэрплея вообще правильно, если матч должен быть без зрителей. Я считаю, что мы все равно играем дома, это наш. Я считаю, что мы играем дома, это наш стадион, и нас не должно волновать, сколько там будет болельщиков из Израиля. У нас есть свои задачи, которые мы знаем, и нужно выходить, несмотря на то, что будет пустой стадион, и выигрывать и пройти дальше. Будь ласка. Ще запитання до Андрія. Будь ласка. Андрію, в першому матчі з Макабі Динамо достатньо впевнено добуло 3 очки. Чи очікуєте ви схожої манери гри від суперника завтра? Чи плануєте ви якось по-іншому підходити в своїй грі до гри суперника, зважаючи на те, що з одного боку на цьому матчі для вас, і з іншого боку, що суперник повинен бути не мотивований, в принципі. Ну, перше, наверное, нужно всем нам немножко как-то по-другому посмотреть на эту игру, потому что я смотрю там телевизор, читаю прессу, и все уже как бы говорят о том, что мы прошли дальше, и у нас там никаких проблем не должно быть. Я считаю, что Макаби хорошая, сильная команда, и слабых команд, наверное, в лиге чемпионов. Мы знаем, как играть против этой команды. Тренерский штаб перед каждой игрой у нас есть теоретические занятия, где мы разбираем игру соперника. Мы знаем сильные стороны, знаем слабые стороны. Наша задача футболистов выйти и воспользоваться этими слабыми сторонами. Так что я одно хочу сказать, Макаби хорошая, сильная команда, и нужно со всей серьезностью готовиться к этой игре. Будь ласка, еще запитание до Андрея. Андрей, мы все понимаем, что вы ваши мысли о завтрашнем матче с Макаби, но как вы считаете, какой будет исход противостояния Челси и Порту завтра? Меня интересует только Динамо Киев, и я знаю одно. Если мы завтра выиграем, то мы пройдем дальше. А как сыграет Челси и Порту, не знаю. Еще запитание? Будь ласка. Андрію, у мене до тебе питання. Як зараз у нас колективі, відповідальні за результати тиснення? Та настроєння у всіх отличне, тому що ми знаємо, який праздник ми можемо принести болельщикам Динамо. І всі з нетерпінням ждуть цю гру, тому що, якщо я не ошибаюсь, 99-го года Динамо Киев не проходило дальше. Поэтому все понимают, что мы можем сделать, как мы можем переписать историю, и все ждут нетерпением игры. Еще запитание. Дякую, Андрей.